Как повлиять на развитие Ухты смена статуса с городского округа на муниципальный? Вопрос от пенсионера Ивана Федоровича. Никаким образом это не повлияет. Вы поймите, на сегодняшний день очень много муссируется, что там уходит слово «городское», там, допустим, да, от этого Ухта поселком не станет, она как был городом, так и остается. Просто есть федеральный закон, который говорит о том, что для того, чтобы быть городским округом, численность населения на квадратный километр должна составлять не менее чем 42,5 человека на один квадратный километр. У нас в Ухте их 8,2 городском. Поэтому мы просто приводим в соответствие федеральному законодательству свои внутренние документы. Никаким образом это не скажется ни на бюджете города, ни на развитии города. Абсолютно никаким образом. Просто вместо муниципального образования городской округ будет называться муниципальное образование муниципальный округ. То есть, по сути, просто название меняется? Просто меняется буква. Она единственная, затраты, конечно, будут для того, чтобы надо менять там и печать, и все остальное. Вот на это пойдут затраты, больше никаких затрат не будет. То есть это не нужно будет перевыбирать депутатов или там администрацию, ничего это не нужно, просто единственное меняется название. По-прежнему жить будет город своей жизнью? Конечно, как он жил, так и он и будет жить.